Один из самых интересных и загадочных вопросов задает Сергей Владимирович. Придется подробно разбирать. Я почти к концу нашел. Что думаете о рекомендации 3 года подряд пересаживать сеять местного культурного абрикоса? Ну, понятно, местный культурный абрикос, это, скорее всего, такое будет. Какой бы ни был культурный, но он, конечно, будет очень мелкий. Это можете не сомневаться. Говорят, заметьте слово, какое выбрал. Говорят, из-за подрезки корней меняется корневая система и качество плодов заметно улучшается. То есть размер плодов в том числе. Вот. Но тут уже я в свое время, зная, что про 3 пересадки уже и читал, и даже в солидной литературе, я еще не знал, кто автор всего этого. Я, конечно, отрицаю сходу даже сейчас. Почему? Потому что мы уже калечим дерево, и корни калечим. Подрезка, да, пересаживаешь, корни калечатся. Вот. Должно ли улучшаться? Если меняется корневая система, подумал я еще в свое время, лет 20 назад, то тогда как меняется? Мы не даем расти корням вниз. Логично? Он выпустил хвост, то есть это центральный корень. При пересадке он уничтожен. Опять пытается вырастить. А куда он денется? Любой боковой корень принимает на себя роль центрального. Это я замечал. И тоже стремляется вниз, его опять. И тогда получается, смотрите, мы про корни сейчас долго говорить не будем. Мы вынуждены говорить, потому что при пересадке трехразовой, которая якобы улучшит наши плоды и укрупнит, поневоле калечатся корни. Значит, вниз мы им расти не даем, и они используют только для питания верхний слой. А самый верхний слой, вот этот дерн, и вот столько под ним, это самое жирное место. И получается, что корни питаются именно отсюда. Раз они лучше питаются, где-то, может быть, улучшается качество плодов. Потому что был бы центральный корень, он бы брал из нижних горизонтов метр, глубина 2, 3, 5. Он бы брал раствор, но цель того раствора, я его называю кифризом, чтобы он был менее замерзаемый. Ну, школьный опыт, помните. Значит, вода замерзает при нуле, щепотку соли насыпали, и уже вода не замерзает. Так? Вот так и тут. Значит, это антифриз. Часть, получается, берет вместе с питательными веществами влаги с поверхностного слоя, допустим, после дождей, а часть с нижнего слоя. А там соли и минералы. Но кушать нечем. Соли и минералы, их роль, это так же, как мы. Соль считается же минерал. Вспомните, этот самый натрий хлор, это же минерал. А в нем же нет питательных веществ. Также он только влияет на это, на состав соли, солевой состав крови. Вот. Получается, вроде бы логика есть. Вроде бы. Это как я сейчас объясняю. На свой страх. А так-то, в принципе, никто этого толком никогда не объяснял. Только сам факт. Пересадили 3 раза, получили более крупные. Я же понимаю, не дали питаться изнутри, изнизу, где раствор победнее. Вот мое объяснение. Теперь читаем дальше. Мы еще не все. Кстати, когда вы говорите, что у вас выросли суперкрупные абрикосы, почему не говорите, сколько их было на дереве? Обычно размер плодов, кроме как от сорта, зависит от количества завязей. Если дерево мало завязало, абрикосы будут крупные, но их будет всего с десяток. Это не достижение как бы. Нет, не достижение, конечно. У меня почти такие же. Но не достижение. Вот. А все-таки, пусть даже мне пришлось вот так ответить. Это же было, знаете где? Это было в гостевой книге. Я написал, обижайте. Я десятки раз писал и говорил, что размер плодов, предела генома, ну, скажем, сорта, зависит от количества на дереве. Про пересадку и качество плодов из-за нее неоднократный, сложный и важный вопрос ждем вебинара. Сегодня мы ждем вебинара. Вот. Ему ответил не я.
я взял паузу. Вот. Тоже толковейший мужик Геннадий. Сергей Владимирович, говорят, из-за подрезки корней, соответственно, нужно и ветки обрезать при пересадке. Это я говорю, кстати. Раз уж пересажем лишний раз, то опять режьте, иначе, получается, он дохлеть будет. Корни раз изувечили, посадили, выкопали, опять изувечили. Конечно, надо каждый раз резать. То дальше он пишет. В результате получится сильно загущенный куст абрикоса. Да. Возможно, плоды укрупнятся после этого, так как ветки более горизонтально расположены, и крона старше чаще обратно. То есть у него свой вариант, почему укрупнется. Только пойдет ли на пользу дерева обкромственный корень без центрального проводника? Видите, мне это самое, Геннадий как бы ближе духовно. Это надо спросить того, кто дал такую рекомендацию. 3 года подряд пересаживать сеяние с местного культурного абрикоса. Пусть покажет такое дерево с огромными плодами лучшего качества. В общем, это переписка, это для этого и гостевая. Выслушали 2 мнения. Теперь, еще раз говорю, я свое мнение высказываю таким образом. Не даем питаться, получаем более раствор насыщенный, но искалеченное дерево. Вот, и стоит ли овчинка выделки. Хотя, теоретически, то, что я рассказал, я как бы нашел причину, по которой они действительно могут укрупняться. Особенно речь идет, смотрите, вот, о сеянцах. А сеянец – это такая вещь, что тут еще такой момент. Они, как правило, все гибридные. А значит, непредсказуемые. Вот дерево растет 3 года, ему еще до плодоношения, вот еще 3-4 года. А его раз пересадили, а еще не видел, какие плоды. А может быть, и после без всех этих переносов, без этих пересаживаний, без перекапывания. Может, он сразу вот такой был. Почему? Вспомните, что у меня все потомки маньчжурского абрикоса крупнее его и слаще. Вот, и без всяких пересадок. Вот еще этот момент. И, наконец, все-таки причина, уже не причина, нет, откуда ноги растут. Значит, я взял, а мне так получилось. Я совершенно, мне надо было одну фразу мичуринскую, совсем другую вычленить. Вот. Я в середину фильма включил, вот он называется, фраза из кинофильма «Мичурин», 48 год. Можете сами найти. Вот. А да, наткнулся именно на это. Это мне кто-то там оттуда помогает. Время через час 00 минут 35 секунд. Слова Мичурина. То есть он улучшал. Пересаживаю еще 2 раза. Просто пересаживаю, заметьте. Вот он получил гибрид. Так. И вот получил, посадил, вырастил, еще пересадил, еще. Вот, по крайней мере, я все-таки, и он ли первый догадался, или его тоже в свое время научили. Но вот это пока самое раннее, что мне удалось найти. А то меня спрашивают как специалист.